Всем привет! Привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 17 августа 2019 года. Сегодня мы наблюдаем за жуком Зафобусом Атратусом. Наблюдаем процесс метаморфоза. Процесс очень быстрый. Буквально еле успел выхватить камеру, потому что личинка сбрасывает шкурку. И мы наблюдаем сейчас, вот рядом лежит уже шкурка от другой личинки, от куколки. А я буквально держу на руках камеру и снимаю, потому что личинка уже превратилась фактически в куколку. В мягкую длинную куколку, на которой уже видны и зачатки крыльев. Видны хорошо такие шипы на членниках брюшка. И вот фактически такой вытягивается сильно брюшко, чтобы наконец-то рывками сбросить хвостик свой. Хвости на хвостике осталась черная шкурка личинки. Вся личинка превратилась, от нее осталась только одна поверхностная оболочка. Насекомые имеют внешний скелет. Вот это вот свой внешний скелет. Куколка фактически сбросила. Личинка фактически сбросила. Сейчас мы ее немножко попробуем подвигать. Я ее положил на более контрастную подложку, чтобы было лучше ее видно, потому что она светленькая. Ей нужна была темная подложка. Вот она так вытягивается. Фактически она еще такая длинная, как реально личинка. А потом она так немножко сожмется. Вот здесь у нас имеется. Вот она, куколка, в которую она полностью фактически должна превратиться. И она уже превратилась. А сейчас она просто еще немножко не затвердела. Вот такой процесс метаморфоза происходит с личинкой после ее питания, когда она уже становится взрослой личинкой. Она сбрасывает в себя шкурку. Вот у нее на хвостике мы видим два шипика, хорошо различим мы уже ими. Можно различать, самец это или самка. А шкурка личинки фактически с нее просто слезла, как шкура лягушки сбрасывает личинка сказки. И вот она освободилась, стала чистенькой. Раз-раз-раз своими шипиками отпихивает от себя уже ненужную шкурку. Теперь у нее будет происходить внутреннее преобразование. Процесс метаморфоза будет продолжаться. Сначала будет наступить определенный период покоя. Вот рядом шкурка другой куколки, которую я только что показал. Пройдет период покоя. А потом включатся уже эмбриональные полоски, которые есть в куколке. И она начнет превращаться в имаго через некоторый период. Куколка опять вот так вот треснет, лопнет. И из куколки вылезет, из ее шкурки фактически, вылезет взрослое насекомое, жук. Зафобус Атратус или супер хрущак. Хрущак, вот она еще такая мягкая, у нее еще тургора нет. Она еще будет расправляться, видите, потихонечку сжимается даже. Начинает так уплотняться, сжиматься. Головная часть у нее еще мягкая. Видно даже такие бугорки. Сейчас я ее попробую немножко подвигать. Уже она все равно двигаться умеет. Вот какая-то подвижная. На ней, у нее есть специальные шипики вдоль брюшка, которые позволяют ей отталкивать соседних куколок. И соседних куколок, и также личинок. Потому что у Зафобуса хрущака часто образуются агрегации. Но в случае, если очень много личинок или куколок, они рядом, они сожрут друг друга. Поэтому вдоль тела, вдоль брюшной части расположено много таких боковых шипов, которые позволяют куколкам
чувствовать друг друга, чувствовать приближение какой-то опасности, например, моей палочки, и при этом перемещаться. Вот это вот она дрыгается, тем самым она отодвигается от своего конкурента и спасается от съедения. Ну, оставим ее в покое, пусть превращается в дальнейшее. Надувается, набухается, сжимается. И посмотрим ее еще потом вечером, как она уже надуется в такую вот чистенькую куколку, как вот это. Так что спасибо за внимание, что были с нами, наблюдали процесс превращения личинки, сбрасывания ею шкурки. Ну вот, а это вот молодая куколка, которая только что стала куколкой, а потом будет уже и мага. Пока, до следующих встреч. Подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.